Бурыт я начала мало талант программа студент Константин Куратов, Медвоч, Дженедика, Медшерлом, Трясилыч. Победа Лунан. Голос был там, за мной. Кыпыт гажья с докувлытым полк акция, которая республика пачтала. Дон Бочтегоцек. Мы вот сегодня поднимем этот вопрос, мы обсудим его и будем выходить на Инту, чтобы сегодня для ветеранов у нас этот вопрос был решен. Республика Саюристия с волосы на Максаковка Ширина отцовна ветераны слышащие к Дьюаламесе. Талунча герой яс. Видели в воде девочка. Сыктывкарын как военной, кыскисны, еаваш, нывкас. Коминул сейчас пачка да пасисны страна, меча пыдди пукта нагаш, победа лун. Сыктывкарын сейпанши с джори джас пуктам чань. Куслы там би да воин интернационалист яслы памятник дурын. Погибнет им айсэс качтыштысны айму выснажи тышса ветеран яс, республика соправительства да некомын щур солыщ. Но победа лунлан меча езалом тарын вылез кувлы там полк акция. Анастасия Михайлова пачка джика. Аймудоры сейчас испанедала на Джори Джесен. Война со ветеран Людво еще очины. Талун комиен колесомен укмыс фронтовик. Днем победы! Спасибо большое! Ути снапиич Василий Иванович Стрекалов. Чужлыс луздорен. Сытыщи муныс фронт выла. Уна тыш аджилыс. Мездылыс концлагерен пукалы сейчас. Берлинен колес ащис Крымпас рейстаг вылын. Я был старший разведчик. Старший разведчик, мне пришлось все это дело водить. Но я был очень храбрый. Голос был там, за мной. И весь полк за мной. Праздник направлен на то, чтобы объединить людей, да, чтобы показать нашу силу и мощь. Да. Ну и главное дело – сплочение народа всего. Да. Тая луна ветеран я скачталась на Йонджикаса эсфронт вывсаолом, а победа лун. Сыктывкарса олыш яс шар, даки ясас Джорджи ясан чукарчысны улич яс вылын, медым эту мунны кувлытым полкын. Цветок надо положить благодарности за победу. Если бы они не старались, мы бы нас бы сейчас и не было. День Победы, светлый праздник, я ему так рад, потому что вместе с дедом еду на парад. Я поздравляю всех ветеранов с Днем Победы. Кувлытым полк тая ұтув ягаж, победа лан пас. Сие ұтувтыс аспия став страналы шывын. Плакат яс вылын ная, код яс шыды дысны миянлы штая ұджу двермам. Это мой отец, Сердитов Михаил Павлович. Он был призван Прилузским военкоматом в 41-м и прошел всю войну. Якушева Мария, моя прабабушка, она воевала с 1941 по 1945. Это мой отец, Пузынкин Демьян Егорович, погиб, был минометчиком в 1942 году. Будущим яен эм аслас герой и тая колонна эн родву шпаны дала на аслан из фронтовик яслыш йорт ясес. Будьте выльпо ветеран ястаны йорташаны. Петр Потаравлен в Рыдвуш, Пиус внук яс йорт яс кувлы там полка суфтесна отвылыш. Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Мы уже в течение, наверное, 4 лет ходим в бессмертном полку, почитаем память деда. А мы очень давнишние друзья, очень долго дружим и понимаем, что это самое главное сегодня мероприятие, это бессмертный полк, и он должен всегда быть впереди. Гавриил Илларионович Гузев, регион Савечкадлышлен Гедес, СВО война вылыш, погибнет из фронт вылын, Калужской области. Брали неизвестную высоту, одна из самых высоких точек Калужской области. Если слышали такое, Зайцева гора была. Вот в районе этой Зайцевой горы были подступы, деревня Сининка. Вот там, на этом месте, при атаке, при освобождении этой неизвестной высоты, погиб мой дед. Вот.
Буквально недавно я там был, на братской могиле поставил свечку. Каждый человек, который несет портрет сегодня, он знает и он уверен, что этот вот самый человек на портрете, он его герой. И благодаря этому мы остаемся и будем всегда великим народом, потому что эту цену, которую мы заплатили, мы никогда не забудем, мы другим не позволим забыть. Пермса Штефан храм дорон кувлитам полк суфтис. Тане Сыктывкарда коми зырянален епископ Петерим нуады служба. Кайштыштыс погибнитам АСС. Навесна кевмышис и став республика. Анастасия Михайлова, Ольга Коняева, Василий Янин, Юрган, телеканал Сыктывкар. Уже двермамлы щижим да скыка дво тыран лун. Сыктывкар панадалы слым да зертаг. Таянин ставан лой с ним коть кожинан. Республика Сашыр изердвывты кыпыд муном вылы. Ветеран езда тылын уджал исчезлен колонна. Локты сурчитан с дукыш не унаводжик. Но погона исчезлен кырыпкая сэс шоевошны. Ставы сколи стыча да военный ног стрыга. Дыр опаснующий азбырын кыпыд муном вочтисны кадет яс, унжикан исналыдыш разряда спортсмен яс, унан вочтисны ГТО лыч зарни медаль яс. Маршрутымы не те счетчины гырыш йорт яслы. Степан нема изерт кужа мунысны Сыктывкарсан инженерно-саперный полк лан курсант яс, МЧС инзилищ яс, да ветеран яс десантник яс. Победа лун республика Саюркарын пасисны пашкыт гажачана программа, полевой кухня, вош саена жулын музей, да техникалан выставка, ужалысны мастер-класс яс, да арт-проект яс. Татьяна Супряткина, Лаводжиков. Греча рок, пыш чай да фронтов со щограм. Кыпыд марш брын. Ветеран ясыз чукартысын сотаны Стефан изырдывылын. Юрган пыш чоламалымес, бурщуемес. Котка лыдю ащу скылбурес. Война юлыш. История наша забыть мы не в силах. И судьбы людские спасший мир. Забота о коме и с любовью к России. Мы строим счастливую новую жизнь. За дружбу народов. Щедрость и мудрость. Давайте ценить нашу землю, друзья. Мы к жизни привыкли суровой и трудной, но нам расставаться с надеждой нельзя. Ветеран я созгаждана драмтеатрса артист яс Юргана. Три танкиста, Брестская улица. Первым делом самолеты шилад яс. Бурешная и гажадесен солдат яс война кады. Я не могу говорить, потому что очень тяжелые воспоминания, понимаете, нет? У меня отец погиб в 42-м. Да, сегодня ему было 34 года. Юрк Аршырын пачка чисы вошта ены жолын музей. Меду на ездчу кормисны военная техника дурын. Танысы Катюша Суалы, ышалы сывлым победа дыропаслан копия. Инженерно-саперное оборудование дорты некуда же из вермы простамунны. Ставан тайн военные освободичены и ены. Наличие там видеокамер, как бы больше такое все, современное, интересно. Ну, дети, соответственно, больше интересуются мины, каски, шлема, там все такое. Кировса парк, Тайлуна Парис творчеством площадка. Шочущая собитка лесны куджи поживочной Георгиевской ленточка, да гаща брошь яс. В принципе, ничего сложного, очень интересное оформление. И справляются все и малыши, и взрослые. Из картона, из бумаги. Элементарно, гвоздика, символ победы. А еще на свочем тор я спитка лесны радиоуправлятан модель дачты щес. Машина я скончитан и дачты модель я скудесан позже спитка чины ордищем я свылын. Радиоуправляемая модель сделана из пенопласта, из потолочной плитки, если честно, и скотч. Ну, некоторые, конечно, там есть хитрости, аэродинамика и прочее. Карпа, что оно десны гажачи мяс. Футбол куча турнир, котрал исчезлен эстафета. Щелан йогтан котр яслен петка чумес. Республика Бура Пандалис победалун. Татьяна Супряткина, Александр Головина, Антон Ворожищев, Юрган, телеканал Сыктывкар. Эжва районын гажа мунаман юрнадес война катча техника. Катюша, Су-2 бомбардировщик, да Т-34 танк Макетиас. Победа лункежла дачтесны юркарса кипот туя ез. Победа лан туясад учта сапырачищес. Мария Уляшова, юрта. Ваз машина автопробег кежлы черка с чемья лошади с куем вежон. Бать мама социалисты пиесли быд ногас. Медемсия бура петка чист чужан мура ейтен акциян. Эту я вын ясен турун виш чемерка лоис танкен. Башня пушка да козлы с ясыщ маскировка. Первый раз участвовали в прошлом году, очень понравилось. Было много положительных отзывов. В этом году решили улучшить. На машину ушло где-то недели три, наверное. Помогали родители. То есть я покупал только ткани, а все остальное делала мама. И потом вот в течение двух дней мы ее наряжали.
Су-2 самоліт Ленмакет чуч отув яуч. Сіє щукартем великовий стулищ. Та є модель сиборісне із вишере. Та є самоліти з юнаторіали смукар ясущ. Чукартлисне сіє з вилищу пада технологія з щерті. Кабіна щань вилизив бура тудале єнеж. Бура кита висна война каде та є бомбардіровщикен лебалищ яс пустин вили медича погибнітема. Коли пасіни вужми чи ще з койми двунін побідалунки жледащтини вильма кет'яс. У 2015 году мы сделали Катюшу, а в 16-м сделали пулемет Максим. Вот. И в этом году, в 2017 году, мы сделали самолет и башню танка Т-34. Автопробега порочисний Семен Макет'яс, ну і з бульбойової машини яс. Колонна анвішкали з бронетранспортер. Сіс ваєсний пограничний войска яслен ветеран яс. Найважанчанін Йортащини чужан мурадіт не віле даншурін яскет. Став нас ежва сауліч яс вилепіти з неком індас машина. Мотоцикл та квадроцикл. Руль сайн покалисний том єс, а машина яс іш юргісни война кача щуланків яс. Парад вила локтиш яс, бочтис наскадни з фронт вила ветлиш, пыль пучлиш фото яс. Колепи ставне слепеткерлини, ми нализев тучі на кутни тут вилин, побєда шедедуш ясес, да пидді пуктини налищ подвіг яс. Марія Оляшова, Світлана Некрасова, Олег Юшков, Юрган телеканал, Ежва район. Гаж Язбарин, ветеран ЕСС корисны Республика Саюр, али член администрации НКПД прием вила. Сергей Гапликов, атти, али с фронтовик ЕСС страна Мездамыш, чеснали джонь виделун да кужнем. Да искадис мы и война анвермыш яслен подвиг неко розвунадны. Празднование Дня Победы – это всегда особый, торжественный праздник в нашем Отечестве. Это праздник, связанный с героизмом, с самоотверженностью и с высочайшей доблестью, которые были проявлены вами и теми, кто остался на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Мы помним каждого, мы знаем о вашем подвиге, мы пронесем через столетия ту информацию, которая не будет искажена, а будет донесена до будущих поколений исключительно о том, какой ценой вам досталась эта победа. Республика Саюр алыш пас есмы ветеран яс, подвиг вычесны война бырын, дугдыртам уджан. Сымын дас вон, страна кыпа чиспиджес яс вылыш, да вочис зэв тэтча нашэды да месэч. Улыш яс, выльпа влептесны кар яс да шикт яс, ловжедесны промышленность, лэджесны медводжа спутник, истесны космоса медводжа мортас. Ухтаюч Юлия Самойлова «Победа Луна» підкачес Севастополен. Концерт, котрдлесны на Химов Нима площадь вылен буреч Евровидение, конкурслен медводжа полуфинал Луна. Сэтча мянны вайзевермы мунны от Украины савечкин лыща сэз лэджны сия страна. Севастополь савиджи дыща спанадалсны мян лыщу лыща скыпыда. Юлия дашты стая концерт кэжлы Соловьи Щуланков. Сия с Крымын щулыс медводжайч. Так инжелок ты сейчас кызысны и ради, и тана нимхит яс, молитва, да здравствует мир, да flame is burning. Юлия Самойлова пасы с Russia Today канала интервью. Севастополь савечка длыща с ланкором выла петкачины «Победа Луна», воча видимо нимкоть пырыщ. Это большая честь, и это очень волнительно для меня, и очень радостно выступать сегодня в такой день. Это ответственно, и мне очень-очень приятно. Помин Самойлова, що лис на Хімовніма ізердвилен концертен став підкачуч, да віджедичка дочач День Побєди Щуланків. А не талунща герой ясілищ, Сыктывкарса воїнської часті, шкік воєнослужащий, мездісни даску і мара санывкас, сія мамискат гуляйтіс Кіровніма парк Берден, берег Йонмадан сооруження вивти, вільдіс да учіс єава. Вилитам повтам лунда, вечкід лун ялищ, мен репортаж. Май медведя луна юркарсе ясас поводя юнага жадис. Вилий вивті шонет. Паркен та весна шотчіші свали уна. Сержант Альборов да лейтенант Богданович вилий мунане сыкти в ю берег пален. Оце гілиш горзам ес пырга гарвони. Сымын киясан шина шишайне скажалам барын юрана своїс. Збыль мийкало ома. После этого видели в воде девочка. Ну, это не то, что девочка, а как бы руки. То, что человек не может справиться.
как бы. Вот. И после этого подействовала незамедлительная реакция. Верхнюю одежду снял, спортивную обувь и олимпийку. Дивка свизула свилинома берег Шанюленін, метрадасвила. Артур Хальбора вучка Чисьєва. Сначала ее за подмышки взял, вот, и после этого она как рукой горло мне зажала, и я под воду тоже вместе с ней ушел. Вот, потом оттолкнул ее от себя, и как бы там уже как нас инструктировали, или за волосы, или за шею надо, как бы, утопающего. Вот. Ну, так і зел. Лейтенант Богданович кольчіс берег вилин. Від емоцій кщетне вийш летанінін. Оцали спітне валиш йортисли. А нивка садьте гвали. Кі кокса шонтамберен семен воїса садязбер. Чуйме дамий, уна наскоді вали берег вилин. Оце гілиш корем семен віші партис. Котка бочтама віші кіас телепон да заводітима снімайтне вийшес. А мує нишка вермі стави спомашне. Еска вовне та када тани солдат яс. Всегда мечтал быть военным. С детства уже, после школы поступил в военное училище и, как говорится, достиг своей цели. Зонья Сотиус, Кабартина Балкарияч, Мэдэс Тюменьевич, Велочина инженер-сапер Ясвыла. Ты дала озвещера. Сапер-взрывник – это как бы такая непредсказуемая профессия. Вот. И в жизни тоже точно так же. Как бы. Надо быть всегда ко всему готовым, в любой ситуации. Коли соттина нивка з джонь віджа і стави збор. А силен мамис шиачима солдат яслан командир дора мідим пас ясна зон ясас вачем подвігаш. Альона Терентьева, Александра Головіна, Вячеслав Беспалов, Юрган, телеканал Сыктывкар. Не джид реклама барын мунам воджа. Коми даш пашкадна економіка да культуран йорташем Венгрекад. Та й лиш Сыктывкарын шуіс Сергей Гапликов. Суір сайса делегація кад панадаш лыган. Республику Коми и Венгерскую республику связывают уже давно дружеские отношения. В этом году у нас зарегистрирована автономия венгерская. Нас интересуют межпарламентские связи, как в данном случае. Безусловно, сотрудничество в области экономики, сельского хозяйства. Ну и вопрос, связанный с инвестициями, бизнес-процессом. Венгрияса каналан собранилан суирсайса ЕТДС куча комитетан вешкадлыш жолт немет. Вочевиджи смы дащ отвы в партнолама учта сезда тотчадыс мы. Аджины аски алон энергетика, коммунальный овмас, виджмо овмас да шотчам совмадаман. Сегодня складываются очень хорошие предпосылки для укрепления двухсторонних связей между Венгрией и Россией в целом, а также регионами наших стран. Главы государств, представители отдельных ведомств, представители различных уровней власти осуществляют плодотворное сотрудничество, и я думаю, мы должны подключаться в эту работу, понимая, что международные контакты не могут ограничиваться взаимодействием с представителями федерального уровня. Тем более, что Республика Коми является одним из значимых финно-угорских регионов России. Чорнічісне котртне мата сакада аджішлами азда стучанін віджедлене промышленнешті інфраструктура лептам да віджмовме синучта с'яст. Так інджі юралич везі з Венгрієса делегаціяли причини Войтріаскоса кінофештіваля с'яст мивпалене ну однокомін. Рощеся юрист яслан асоціація комін петкадлища скотртлисне аймовисне ажи тишса ветеран язда тилин ужалищасли дон боштег юридическе консультація. Волисне Максаковка джоні джалун йонмадан ширина. Акція котртисне побіда лункежла да бур уджія свичан во подулин. Часан спеціалісти аспримітисне квайт морта с юашісне комунальний овмас важкірка ясиш вужачам да автобусен ветлам білич. Єліна Кононова стачмедас. Максаковка Бурдидан Ширине воуч юрист ясли, ветеран яс вылесне радыш. Ведасланесли адвокат ясить воучи на щуки Дейдона, а та чилок тесне ашнес, на что никучим дону озбочтны. Индаеш Тамара Игнатьева петкедле и чатузникли щу достоверение. Витара сенсе вечкавлась Беларуши яса концлагера. Сене фашист яс чилять вылен эксперимент яс поктылесне. Талан пенсионер калан эм некому не личит. Напылстын автобусен дон бочтык ветлым. Но кулям вошань маршруткан кутесне корны щуым. Мы выездили, а потом нам отказали вдруг почему-то. Платите и езжайте, как хотите. Вот. А то и высаживают
где попало, где им придется. Хамят, короче. Ухтаєч Борис Галактионов еще шмайше для автобуса нветлым. Пенсионер ясы дачи амуным локтам вылащетанный билет яс. Но мы и вочны эскоудят не толщен вичны ставса. И эти билеты, главное, они не могут не сдать их, как на железной дороге, и получить за них деньги. Не даже не хотят ни что. Продлить бы, что ли. Или взамен их, значит, за честь. Вот это очень странно и непонятно. Так инчитылся у жилища с майши для коммунальной докан мог мыслю кащетом. Стал мучаться юрисия с боштесны тэдвэлэ. Кучемка юалым было в учаведе снэджипыр, а своим тайн личида ветлым кучакумас ячины карса администрация акэт. Но мы вот сегодня поднимем этот вопрос, мы обсудим его и будем выходить на Инту, чтобы сегодня для ветеранов у нас этот вопрос был решен. Я думаю, до 9 числа мы этот вопрос решим. Победа лунлыщием тачам акциясы юристеслен кутырну одлыснин. Та и луньясы на пандашлысны гордзатонца ветеран яскет. Но и что тачам консультация кутырутас чыч юралышлен общественный приемный. Елена Кононова, Антон Ворожищев, Юрган, телеканал. Сыктывкарана тикерка ерен, пыдынгы, плоистеры боцыг машиналы налькен. Да сыкмыс часга горбурда дыща с локтысны лесозаводына, Зоя Космодемянская нима уличавла, кыны от салысны вищичлы. Корврач яслан уаз кучащи спетны ерыщ, вещкалы из гыпа, а вавалым каджеба мазев пыдынгуран. Машиналын вещкыт бокыс выез ставнас, шудвылы таяздука нелын мунысны мездыщяс, на ей кыскисны медикасыс налькеш. Сыктывкарын Войвовса Олимпия вевта катоквылын майок мысадлуна кот чукарчылысны хоккей ради тыщас. Нёль команда вермашисны победалын республикаса кубок высна. Хоккей ради тыщас костын бэндиан медионада меча слабьяса свиджедыщас пыртыдыны нинвочанец. Комигаз, Динамо, спортлан ветеран язда гырзатон саводник. Республикаса кубокын нёль команда костын финалын чыч ставыс нинвэлы гыгырвуананалы коды вища хоккей высна. Эд унжик спортсмены скорка ворсы Сыктывкарса строителен. Очень отрадно, что у нас многие, которые сейчас являются любителями, это те игроки, которые раньше входили в национальную сборную команды, такие как Андрей Иванович Тимушев, это игроки команды «Строитель» и Хрящев Сергей, Демин Сергей, капитан команды, экс-капитан в данное время уже Михаил Цивунин, Андрей Гресь и многие другие, которые и были, и играли у нас в детской спортивной школе и добили значительных успехов именно в том, что даже помогали развивать в то время, как, допустим, в провалы, когда у нас были, то есть они всегда оставались верны команде. Ужида на ворсом да мича гол я стаем ян хоккейлен тыча на пас. Койм адместа весна матчин спортлан ветеран я с чегисны гырд затон саводник лыщ. Ушла шан сямлонса да, как я мы свитчетен, дорисны пьедестал вылыщ ащину с места. У нас как команда называется ветеран спорта. Три дня очень сложно играть. Игроки возрастные, так что мы бронзой довольны. Так что это для нас хороший результат. Конечно, будем состав увеличивать, тогда, может, и будем и омолаживать. Тогда, может, у нас еще и получится что-то выше. Мы финала пятас на буречко Мигаз да Динамо ТС Чуч у Нанвичи Чесны. А Сокоды на Костенверма стая юалам вала свочевична помощь вылы щекыд. Кыти кубок воштиган газовики ас ще чесны Динамо саяслы кык куим чатын сэща вынчыш чесны да век жалок тесны финалыч. И танынин вещиг не уже торкалам понда будан вермис воштыны кубок ворсесны зэвью навичищаман. Мы всегда играем на победу, поэтому мы готовы на этот результат. Шли к нему. Дорога не была легкой, проходных матчей не было. Все команды на должном уровне играют, стараются. Ну, нам в этот раз мы были сильнее. Финал по матчу с 0 ничья. Антая петка для кучема команда с эскосину сечены отамадыслы. Позже скачетны кык кубок, съешь дадысны кык наныс. Но финалист яса светлалысны ныш табулит ясын. Тан имет буракутысны ащыны смайшащым газовик яс. Да, бочтысны реванш группа анворщемыш. Комигаз бочтыс республикаса кубок. Если честно, мы собрались только перед турниром, большая часть команды. Вот. Костяк, конечно, есть. Когда первый раз вышли на лед, как бы увидели, как раз вот с финальной командой играли и показали себя хорошую игру,
казалось, что все будет... Ну, до финала мы точно надеялись дойти, дошли. Но вот в финале встретились с командой, которые не смогли победить. Колем во Республика Сакубок велис, вощсан, мену улисник котлас, да кирович гостес, вяти чес, секину исну мечерприз, таво корисник куш, Республика Садружина яс, ная котыртышес, да вищищес изгажадисны, бурбурсымын. И тез дукыжлы мен ставы, сатте, вичдымы, щадища маски.